Векс. У перекладі з англійської вакцина. Це слово Оксфордський словник визнав словом 2021 року. У 2020-му це були коронавірус, соціальна дистанція та карантин. Ми вирішили запитати у містян, як би вони одним словом охарактеризували рік, який добігає кінця. Цей рік був, мабуть, дуже складним для нас всіх. І рік, мабуть, здоров'я. Нам треба всім багато здоров'я, нам треба багато сил, щоб от це все перенести. Здоров'я і сила, да. Нам нужны всем в этом году. Год непростой, потому что у людей много очень неопределенностей и недостаток информации, я бы сказала так. Хаос. Хаос, беспредел. Крот. Люди сейчас зажаты. Что происходит вокруг? Вы же видите, и политика, и социальные вопросы. В магазине надо долго ходить, заходишь, капец просто. Из того, что коронавирус... Дороговизна. Люди боятся завтрашнего дня. Очень грубо говорю. Я 52 года живу в этом городе. Каким словом бы вы охарактеризовали этот год? Конкретно. Все, я грубо, я не могу. Вакс. Вакцинация. Ну, это очень удачное слово для этого года. И я думаю, что это совершенно нормальный и объективный выбор. Здоровье. Всем, чтобы пожелать здоровья, чтобы никто не болел, вовремя вакцинировались. Очень плохой год. Ну, словом, плохо или каким? Ну, плохо, конечно. Напряженность. Потому что люди ходят напряженные именно из-за этого главного слова. И не понимают, что им делать, как им делать и вообще, что предстоит дальше. Обмежение. А что? Слово. Обмежение. Вакцинация. Якщо не зробив вакцину, кроме до обмеження. Не поїхати в транспорті, воно з 11 числа в інтернеті пишуть, що буде обмеження, вхід в транспорт. Тож обмеження. А ви яким би словом? Я присоединяюсь. Куда безпреділ, куда безпорядок, я не знаю. Мені подобається все це, дуже.